Перенесемся-ка мы лучше на... Это были 30-е годы. 2070 год, это сколько будет? 140. 70 и 20. Сколько? Упала ты за меня, когда орбиту светодав наш пересек. Аж всех технических два счета тут же съели. Здравствуй, космос, до свидания, паёк. Второй куплет помнишь? Не в Питере. Я тоже. Мы на Юпитере грызуем гранит науки. Прораб из кратера кричит: давай, давай. А кусить хочется нам, так что заводит брюхо. Привет, Юпитер, до свидания, сэмпай. Что? Мы на Юпитере грызем гранит науки. Это было. Пора бы с кратера грызть. Как уже было? Земля старушка, здесь за тысячу посеков. Считает, и когда домой мы полетим, их светодавер разнесется по осекам. Прощай, Юпитер, здравствуй, мамин маргарин. Прощай, Юпитер, здравствуй, мамин маргарин. Лаборантки. Она у Светозара лаборантки работает. Ну что там? Давай там. Я вам звоню. Я вам звоню. Я давно хотел вам сказать. Это самое, ну как его. Спросить.
на одну вещь. Был на юпитере гребней обычай, если забраться вдвоем на хребет. И чтобы с ними вдруг закадычный благослови всех троих Ганимед. Собственно, вот что если я не лучше бы. Ну, в общем, мы задержались бы после пяти. Лишь вдвоем часов до шести. Что вы мне сказать? Наконец-то дойти. Растерялся совсем. Перфокарты. Перфокарты. Вы их потеряли. Они денег стоят. Нехорошо. Нехорошо, я все напишу, я доношу. И тут в этом месте, в традиционном исполнении группы «Ном», мы обычно переходили на какую-то непотребную лезгинку, с позволения сказать. Нет, лезгинка – хороший танец, но при чем здесь вообще Ганимед, 2070 год? Сейчас лезгинка – это уже не модно, ею никого не удивишь, ни в Ленинграде, ни тем более в Москве. Модно теперь играть музыку в стиле вестерн. Я тренировался много и надеюсь, что еще потренируюсь, и меня тоже возьмут в Америку. Вот, пригласят. И мы там сыграем. Вот, скажем, дай я. И наденем такие красивые шляпы с туристом. Возьмем эти ковбойские... Ну, кстати, шляпа. Дела и... Шляпа. Достанем инструменты и начнется у нас. Я доношу,